Однажды этой молодой женщине в мундире Преображенского полка надо было проскакать 30 верст, чтобы встать во главе огромной империи. Преодолев свои 30 верст, она оказалась в начале главного пути, длиной в 35 лет. Иными словами, в начале целой эпохи, получившей в истории название «Век Екатерины». Еще только приближалась середина 18-го столетия, когда совсем юная принцесса из провинциального немецкого городка Штеттина оказалась в столице России, Санкт-Петербурге. Как должна была кружить ей голову мысль о том, что ее ожидает в этой бескрайней и пока еще неведомой стране. Как старалась она понравиться Елизавете, бывшей тогда в зените великолепия. Видимо, в честь жены Петра I, ставшей при крещении Екатериной Алексеевной и царствовавшей 2 года после смерти супруга, 16-летнюю Софью Фредерику Августу, с готовностью принявшую православие, также окрестили Екатериной Алексеевной. Никто еще не видел в ней будущую Екатерину Великую. Ни отец, ни богатый ангольцербский герцог Христиан Август, ни жених, наследник российского престола, очень гордившийся тем, что с одной стороны его дед Петр I, а с другой Карл XII. Наследник не проявлял интереса к невесте. Впрочем, это не помешало Елизавете их поженить. Прелестная немочка вполне завоевала расположение императрицы и получала подарки, соответствующие ее положению великой княгини. Сама же Елизавета Петровна с детства питала непобедимую страсть к роскоши. Вспоминают, что она не знала пределов и могла заплатить любую цену за приглянувшуюся безделушку. И это во многом определило общую атмосферу века XVIII с его пышными балами и легкостью нравов, беззаботностью и богатством. Целое состояние преподносила царица своим фаворитам, одаривала их поместьями, десятками тысяч крестьян, чинами и орденами. Так что Екатерина впоследствии лишь следовала ее примеру. В те годы русский двор и русские князья стали едва ли не основными заказчиками европейских ювелиров. Здесь щедро платили, и в Россию стекалось лучшее серебро и лучший фарфор, драгоценности и произведения искусства. Все то, что сегодня занимает почетное место в экспозициях Эрмитажа. Вот такое это было время, легендарное, романтичное. И время это неумолимо истекало, приближая конец Елизаветинской эпохи. Уже давно освоилась при дворе Екатерина, завязала необходимые связи,
заручилась поддержкой доблестной гвардии. Даже протоиерей Федор Дубянский стал одним из ее друзей. Это никто иной, как духовник самой Елизаветы. Возможно, и Екатерины тоже. Она давно уже привыкла считать себя русской. Настоящей русской и настоящей православной. Она читала Писание на церковнославянском и молилась на этом же языке, и, как положено, отмечала все православные праздники. Она соблюдала даже такую традицию, как подношение воздухов. Женщины дарили церкви вышивки. Их называли также покровцами. Чем выше положение дарительницы, тем ценнее должен быть вклад. В канун одного из двунадесятых праздников Рождества умерла императрица Елизавета, чуть-чуть не дожив до завершения отделки Зимнего дворца. Его первым хозяином стал Петр III. Итак, твердым солдатским шагом по лестницам Зимнего на императорский трон взошел русский царь, ненавидевший все русское и обожавший Фридриха II. Было совершенно ясно, что России грозит новое засилье иностранцев, как в хорошо еще памятные времена Бероновщины, как 20 лет назад, когда гвардия возвела на трон Елизавету, она вновь была готова заменить немца на матушку-государыню. Так Екатерина окончательно стала русской. июня 1762 года Екатерина находилась в Петергофе. Сюда за ней прибыла карета с известием, что все готово для того, чтобы провозгласить ее новой властительницей Руси. С большой достоверностью передают атмосферу того дня акварели Кестнера, очевидца событий. Еще на пути к Санкт-Петербургу к Екатерине начали присоединяться войска, и к Зимнему она подъехала в окружение большого отряда. Здесь, не дожидаясь официального объявления, ей присягали на верность гвардейцы. Ни для кого не оставалось секретом, что во главе заговора находились братья Орловы, и что Григорий был фаворитом Екатерины. Так она оказалась единственной и полновластной хозяйкой золотой царской кареты. Вот в этой самой карете, получившей название «Большой», специально изготовленной полвека назад к церемонии коронации Екатерины I, въехала она в Москву, чтобы короноваться и стать Екатериной II. Надо было без промедления пользоваться моментом. Дана ее стране безусловная поддержка гвардии, но, увы, не право престола наследия. И если сейчас не поторопиться с церемонией, корона, венчающая карету, так и останется лишь символом надежды. Вскоре после переворота этот обряд, как того требовала многовековая традиция, совершился в Успенском соборе
Московского Кремля. 1762 год. Начало века Екатерины. Ее портреты, несмотря на парадность, почти всегда довольно верны, отмечал австрийский дипломат князь Делини. Она скорее мила, чем красива. Глаза и приятная улыбка уменьшали ее большой лоб. Но этот лоб был все. В нем, как в книге, сказывался гений. С Делинем можно соглашаться или не соглашаться, но нельзя отрицать тот факт, что Россия до Екатерины была совсем иной, чем после нее. Что именно при ней заметно менялась карта нашей страны, да и карта Европы. Легендарные деяния времен Очакова и покорения Крыма. Вот рисунок, изображающий прием турецкого посла. В борьбе с Османской империей Россия наконец-то оказалась сильнее. Даже Фридрих, недавний противник России в Семилетней войне, признал ее превосходство, прислав символичный подарок, изображающий Екатерину повелительницей многих народов. Они ведь и правда стали подданными Российской империи. Сколько лет перед глазами Екатерины был пример Елизаветы Петровны. Даже вензель свой она практически скопировала с вензеля дщери Петровой. Современники, может быть, и хотели получить вторую Елизавету. За все время предыдущего правления не было ни единой смертной казни. Жизнь вошла в спокойное русло. Процветали искусства. Рождались такие шедевры зодчества, как «Зимний дворец», творение великого Растрелли. Однако Екатерина желала видеть себя не столько центром пышного двора, сколько главой великого государства. В XVIII веке одним из распространенных художественных приемов было изображение в образах богинь, героев или святых. Здесь императрица в образе святой Екатерины. Ее небесные добродетели возносили поэты, живописцы и скульпторы. В реальности же она была вполне земной женщиной, но умной, проницательной, наделенной недюжинными дарованиями, а главное – работоспособностью. Если Елизавета почти не занималась государственными делами, то Екатерина ежедневно вставала в 6 утра, а в 9 начиналась работа. Принимала посетителей, умела сразу вникать в существо предмета и быстро находить верные решения. Призывала подданных распространять просвещение, искоренять пороки. Об этом говорится, например, в ее наказе законодательной комиссии. И не встречала понимания даже у близких, даже у фаворита Григория Орлова. Все окружение Екатерины почему-то видело в ней только неиссякаемый источник богатств, земель, крепостных, званий и орденов.
Наиболее щедро одаривались, разумеется, фавориты. Впрочем, впоследствии все уходило другим владельцам. А вот произведения искусства, музейные редкости сохранились. Например, огромный парадный сервиз с монограммами Григория Орлова, подаренный ему Екатериной. Сохранилась медаль в честь брата Григория Алексея Орлова, высланного из столицы, но сумевшего стать героем Чесмы. Век Екатерины остался запечатленным на множестве медальонов, шкатулок, табакерок, а также в гербах, триумфальных колоннах, новых обширных владений. Навсегда вошло в историю присоединение Крыма, выход России на берега Черного моря и участие в том очередного фаворита Екатерины, светлейшего князя Потемкина Таврического. Говорят, они были тайно обвенчаны. Военная слава России блистала в те годы ярче, чем когда бы то ни было. Необычайно высок был и авторитет боевых орденов Российской империи. На знаменитом фарфоровом заводе Гарднера были изготовлены 4 особых орденских сервиза по числу главных орденов. У каждого ордена был свой праздник, который отмечался в Зимнем дворце всеми его кавалерами во главе с императрицей. Екатерина, одна из самых образованных женщин своего времени, вела переписку с французскими энциклопедистами, увлекалась идеями Руссо. Она указала Вольному экономическому обществу провести конкурс на лучшую работу о возможности предоставления крестьянам права собственности. Она плодотворно работала в литературе, долгое время издавала журнал. Всерьез интересовалась историей. Ее перу принадлежит большой исторический труд. При ней выбивались медали, посвященные событиям древней русской истории, например, смелому походу князя Игоря на Царьград. Памятные медали чеканились тогда постоянно. Появлялись даже изделия, сплошь покрытые медалями. Во главе Академии художеств ставится Бецкий, а во главе Академии наук – княгиня Дашкова. Перед Вольным экономическим обществом выдвигается задача обновления сельского хозяйства. Екатерина без колебаний распространила в России гениальное новшество – прививку от оспы. Причем использовала она не только методы принуждения, но и личный пример. В то время был еще жив российский гений Михаил Ломоносов.
Кажется, не было такой науки, где он не совершил бы открытие. Много лет он занимался технологией изготовления стекла, основал фарфоровые и стекольные заводы, лучшие изделия которых входят ныне в коллекцию Эрмитажа. В молодые годы Ломоносов один мог бы заменить Академию наук. Но и сейчас заботами Екатерины сие славное учреждение действует с изрядным успехом. Она же, можно сказать, создала и первый настоящий музей. Начало положил еще Петр своей кунсткамерой. Екатерина тоже начала с небольших личных коллекций, собрания редкостей, произведений живописи и скульптуры. Но главное место принадлежало собранию драгоценностей, куда вошли изделия, поразительные по красоте и по стоимости, конечно. Собственно, Екатерина не только основала Эрмитаж, но и определила его основные характерные черты. Императрица не забыла составить для посетителей свод правил. Надо сказать, очень толковое и полезное руководство. Казна постоянно брала на себя покупку картин модных западных мастеров. Порой Екатерина покупала все наследие какого-либо художника, все его работы. Причем полотна предназначались не только для Зимнего дворца, но и для летних резиденций Царского села, Петергофа. Век Екатерины сделал Россию обладательницей шедевров мирового искусства. Петр, как мы помним, в Европу прорубил окно. При Екатерине Россия сама стала частью Европы. А Санкт-Петербург, безусловно, европейской столицей. Многие сравнивали его с Веной, Варшавой и даже с Парижем. Что ж, некое легкомыслие действительно витало в его атмосфере. Век аристократический, век куртуазный, век самых невероятных похождений и приключений. Здесь все как бы не всерьез. Но сама легкомысленность необычайно серьезна. Здесь считается невозможным для светской женщины не иметь как минимум одного любовника. Правда, эта внешняя легкость имела достаточно солидное основание. Примерно так, как у Фальконе, автора этого амура, легкая конная статуя Петра установлена на массивном гром камне с надписью
Петру Первому Екатерина Вторая. Она могла уже считать сделанным главное дело своей жизни. Она играла свою игру и выиграла ее. Жаль, что время в итоге всегда побеждает. Уходят годы, уходят силы, и молодые красавцы-фавориты Зорич, или Дмитриев Мамонов не способны возвратить ни молодости, ни любовного жара. Своего законного наследника Павла, который давно уже стал не таким, как на портрете, а взрослым, чужим, она не любит. Удаляет от себя в Гатчину, и бывший охотничий замок превращается в казарму на прусский манер. Думает лишить Павла права престола наследия, но так и не решается это сделать. «26 ноября 1796 года Екатерины не стало. Царская карета продолжала свой путь без нее по колее, что предопределила история. В карете расположился Павел I, импульсивный, непредсказуемый, слишком долго просидевший в своей Гатчине, чтобы править спокойно и разумно. Так конец 18-го столетия совпал с концом века Екатерины. Блистательного и победного, легкомысленного и мудрого. Порой его называют «золотым веком русской истории».